Стихотворение собственного сочинения. Номер 7. Эпиграф. Взят из поэмы «Ледовое побоище» Константина Симонова. Пусть немцами нас Бог рассудит. Без проволочек. Тут, на льду. При нас мечи. И будь что будет, поможем Божьему суду. Над лужами, снежную кашей, летит промокший, увядший под северным ветром, расплывшийся чернилами лист. Люди в пальто, кто в платках, кто в беретах, стоят у газетного стенда. Читают. Вскочил вдруг один, а за ним и другой. Иди же! Иди, музыкант дорогой, иди и сыграй для простого рабочего. Возьми скрипку в руки и с нею запой симфонию Дмитрия Шостаковича. Пальцы вцепились в кожзаменный блеск, и слышится тихий клапанный треск, сопровождаемый виском гобоя, и слышится ужас тихий, написанный в до-мажоре. Элиасберг заносит костлявую руку, легко кивнул тонким пальцем, и вот проснулся почти призрачный взвод струнных с утверждающей музыкой. Потом умолкло все совершенно. Упал кто-то. Удивительно. Непомерно утихло все. Легким маршевым ритмом барабан малый обозначился. Цокот и цикада туманный. Все тихонько поет о своем, о грядущем бое поет. Тут гобой подхватил его, и вперед пошагала четкая ровная музыка. Послышались труб горный и виолончелей налеты. Генерал Фагот бубнит кларнетисту, покорному своему радисту тот, стучит морзянкой боевые ноты. Сирены клич слышится на бранном поле. На город летят бомбы, летавры с небес, будто бы разгневанный Зевес мечет слы свои гремящей молнией. Через все преграды летят бегом солдаты-защитники. Врубились в клин врага, черно-красным гуталином обмылись, разрезая штыком смычком струн скрипичных булат. Говорит другу порубленный солдат: послушай, брат, дорогой, куй победу любой ценой, да будет спасен Ленинград.